Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: „Богохульствуешь“? Потому что я сказал: „Я Сын Божий“. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.